Этот веселый диснеевский пес встречает теперь всех гостей в самом начале главной курортной магистрали. Симпатичная малая архитектурная форма стала первой из целой серии мультяшных героев, которые появятся вдоль проспекта стараниями сотрудников предприятия «Ремстрой». В дальнейшем планируется композиция немножко выше туда по проспекту. Это установка Микки Мауса. Как только сейчас это все исполнится, мы также установим. И также будет все созданы условия для фотосессий жителей и гостей нашего курорта.